Большая детская площадка на улице Кирова долгое время пустовала. Виной тому старые небезопасные качели и карусели. Их уже демонтировали в ходе работ по благоустройству двора. Теперь между домами номер 5 и 7 будет сразу две игровые зоны. Она была площадка. Конечно, нужна нам эту площадку. Пускай дети тут. И мы другой раз приходим, тут посидим на скамеечке. Площадка всегда нужна. В этом большом дворе проектом благоустройства также предусмотрены камеры видеонаблюдения. Какие деревья срубить, а какие оставить для тени и уюта, жители должны решить самостоятельно. А пока подрядчики будут чинить асфальтовое покрытие в проездах, начнут организовывать зону для занятия воркаутом. Здесь был спорный вопрос по устройству тротуара вдоль дороги. Жители первых этажей были категорически изначально против, но мы как договорились? Мы делаем тротуар хороший, а отсекаем его кустарником и низкорастущими деревьями. Вот. Здесь обязательно будет дополнительно сделано освещение. Это проблема. Очень темный у нас микрорайон. Вот. Будут и торшеры, будут дополнительно установлены рожки на светильники. Часть территории отвели под парковочные карманы. Стоянка здесь пока стихийная, на газоне. Чтобы грязь с колес больше не вывозилась, во дворе будет организована эко-парковка. Работы по благоустройству в брусчатом поселке обещают завершить до конца июля. Всего же в 2018 году в городском округе благоустроят 102 дворовые территории.